фото на память. Напомним, что Виллис наш боец Абдулбеквот и боец из Узбекистана. И наш прославленный уже файтер оказался победителем. Ну, для него узбекский боец оказался неким трамплином, может быть, проходной. Вроде бы казался бой до начала, но потом было видно, что узбекский боец имеет хорошие, именно, можно сказать, хороший функционал. Вот здесь, вот видите, правый оверхенд, и потом уже начал добивать своего оппонента. Смотрел на рефери и бил, мол, остановишь или нет. Ну а реф после двух ударов все-таки остановил бой. Дарой ли тот тогда ойсомок? Бюро мы где тайп клаб где тулер давало то что ну ортодо калсо лонгон сяхто ну то ими деньги чину сюзе. Я вышкун башна Москва да бирвоем откос пьяны. Удайным кучимерен. Стан алга. Бизди. Шу таразга жеттирип өстүрүп бизге тренер. Братан бол жүргөнгө кылыс братанга. Рахман байсын. Бизди. Тук берип алып чыккан Рахман бер Тарыган братан сизге жабалан экен Рахман айтам. Бизди алда турган Кыргызстан алга. Кыргызстан алга. Кыргызстан алга албетте. Мына ушундай мушкерлерибиз мыкты беттештерди көрсөтүп турса, анда кыргыз спорту, кыргыз ММА алгалап өнүгөрү 5-5 белгилүү нерсе. Конечно. Вот такой зрелищный момент мы увидели. Молодец. Ну, на самом деле, это его не первое. Надеемся, не последняя победа. Ну, а мы идем далее, друзья. Сейчас Кейш Алонсо представит бойцов. Давайте не будем гадать, потому что, ну, по идее, должен выйти сейчас Ринат Саяхбаев против Мурата Бахтузарова. Надеемся, без каких-то замен. Все. Здесь случится. Ну, то есть осталось впереди у нас еще 7 боев. Сейчас, дорогие дамы и господа, перед вами еще 7 боев у нас есть впереди. Супер боев. Эти бойцы процент уже академиков встречались не один раз. Этот бой будет бой последним. Реванш. Казахстан, Кыргызстан. Саяхбаев, Ринат Бахтаразов, Мурат. Встречаем. Рико, Саяхбаев, Ринат. Ну и Ринат Саяхбаев сейчас выходит. Ластагон. Бой реванш. Ринат Саяхбаев, Кыргызстандагы дагы бир белгилүү мушкерлердин бири. Ринат Саяхбаев WEF Global 9 мелдешинин Мурат Бактарозов менен беттеш өткөргөн жана ал беттеште калыстар тең чыгууну белгилеген болчу. Андан бери убакыт өттү жана азыр Ринат Саяхбаев алдаганча чыйралды, алдаганча тажрыйба алды деп айтсак болот. Буга чейин 22 февраль күнү Орусиянын Москва шаарында M1 Global 88 мелдешинин алкагында Рубин Элтон Перейра аттуу мушкерге каршы беттеш алып барды. Перейра чындыгында абдан тажрыйбалуу мушкер болчу. Анын үстүнө Эрлан Улукбеков аттуу мушкерибизди алмаштырууга чыккан. Ринат Саяхбаевда убакыт аз болгон, ал мушкерге татыктуу даярданууга. Мына ошого байланыштуу дагы деп айтсак болот, калыстардын упайынын натыйжасында жеңил жазасын тартып калды. Анын үстүнө M1 Global'да өзүңүздөр жакшы билесиздер, октагон бир аз башкачараак. Ал жакта бокс күнө окшош аркандар бар. Мына ошол арканга азынгандыгына байланыштуу Ринат Саяхбаевка сары кагаз дагы берилген. Ошонун натыйжасында деле жеңилип калды деп айтсак болот. Негизинен беттеш өтө жакын, же болбосо бирден мүнөздө өткөндүгүн белгилеп коюшубуз керек. Ну да, Рубин Элтон Перейра был очень хорош в том бою, но все же там, откровенно говоря, на разном уровне бились бойцы. Хотя время от времени Саяхбаев был очень близок, но потом уже долгое время
именно Рубил Топейра доминировал. Но для Саяхбаева это, наверное, был хороший опыт. А это Мурат Бахторов сейчас выходит. Октагон. Из Казахстана, кстати, они бились в рамках WF39 Global 9. Показали очень зрелищные бои. Два раунда бились они в стойке, потом в третьем проводились в партере. Был шанс у Саяхбаева один раз выиграть гильотиной, но сумел выйти Бахторозов, наносил очень большое количество ударов. Много было интересного в том самом бою, но все же решение было принято судьями, что будет ничья. И вот сегодня у нас вторая схватка, второй бой между этими двумя бойцами. Надеемся, что покажут они хороший бой, хорошую схватку. Верим в это, верим Саяхбаевым, тоже наш боец. Не так много времени прошло с его последнего боя против Рубинилтона Перейры. Надеемся, успел он уже восстановиться, успел набраться сил к уже следующему бою против казахстанского бойца. Адам принципиалду беттештеп біз толығы менен белгілі өттік бұл епке мұшкердің ортасындағы рөл. Бақтаразов бокс бойынша машығып жүрген, абдан мұқты панчер деп айтсақтағы тұры олып, беттеште көріп бұтқа тұру ауалында өткөрөт. Ошол мезгілде Ринат Саяхбаев тілі бұтқа тұру ауалында жақшы беттеште алып баралады. Амдан сырттары Рико партер ауалында дағы мұқты күрөш өткіріп. Дертін күрөш менен машығып жүргендігін дағы белгілеп қойшуыз керек. Бүгінгі күнде Ринат Саяхбаев Стоп Будов файтер клубында машығып, ана сырттары Стронг борборында машығып келеріндағы есіңіздерге салып қойшыз керек. Стоп Будов файтер клубында машығып тұру жол істейді. Мен сөзімді толықта өтейін. Ал эми анын атаандашы тууралуу биз белгилеп өткөнүбүз ушул гана, бизде болгон маалымат ушул гана. Себеби Бактаразов канчалык мыкты мушкер болбосун, эл аралык аренада азырынча өтө бир чоң жеңиштерге кол жеткире элек. Балким бүгүн ал өзүнүн жеңиши менен казак өлкөсүнө кубаныч тартуулашы толук мүмкүн. Азыр эми ортодогу ринг алып баруучусу сөзсүз түрдө мушкерлерди тааныштырат, андан кийин беттешти көрүп баштайбыз. Росту 78 сантиметров, ему 24 года. Чемпион Кыргызской Республики по ММА, чемпион Азии по ММА, победитель WF Pro Fight 6, 7, 8, 9 и 14. Победитель WF Global 6, 9 и 10. Победитель Алаш Прайд в Казахстане. Мастер спорта международного класса по ММА. Его профессиональный рекорд 7 победы, 2 поражения и 1 ничья. Команда Pride Team, тренер Халбаев Марк, встречаем. Саяхбаев Рико Рина! И его соперник в синем углу, боец весовой категории 72 килограмма, его рост составляет 175 сантиметров. Ему 27 лет, мастер спорта по боксу, двухкратный чемпион Азии по джик-пи-джик, чемпион Казахстана по смешанным единоборствам. Количество профессиональных боев: 3 победы, 2 поражения и 3 ничьи. Команда Казахстан, клуб Триумф Файт, тренер Эржан Эсанов. Встречаем Бахторазов! Бойцы в середину. Но мушкерлер азыр ортого чакырууда, алар тууралуу кошумча маалыматты сиздер буга чейин уга алдыңыздар. Кечээ күнү болгон стердаунда дагы, фейс ту фейсте дагы бул эки мушкер дал ушинтип бир бирин кандай десек сыйлабагандай тургалтырган болчу. Спорт бул спорт боюнча калыш керек. Спорт ортодо килемдин үстүнө майданга чыкканда мушташасың, же болбосо күрөшөсүң. Ал эми майдандан сырткары сөзсүз түрдө колду жылуу кармап, жылуу кысып, кучакташып, балким
дос болууга үндөй турган нерсе. Ал эми бул эки мушкердин чындыгында мындай аракети анча кооз эмес. Мен өмчө бул эки мушкердин ортосунда бир аз конфликт бардай көрүнөт. Эми аны азыркы бул болуп жаткан беттеште толук чечип алууга мүмкүнчүлүк болот деген ишенимдемин. Кара кийим менен беттеш алып барып жаткан кыргызстандык Ринат Саякбаев, ал эми анын атаандашы кызыл кийим менен беттешке чыккан. Азырынча бир дагы бир өзгөчө соокуларга ортоктош боло элекпиз. Ринат Саякбаев 22 февралда Орусияда беттеш өткөрүп келгендигин белгилеп өттү. Андан бери канча 12 күн өттү. 12 күндөн кийин өзү үчүн абдан принципиалдуу беттеште атаандашы казакстандык мушкерге беттеш алып барууда. Демек чоң жоопкерчилик азыр Ринат Саякбаевдин артына жазылган. Андыктан абайлап беттеш алып барышы керек. Азыр Бактыоразов өзүнүн ошол базалык ыкмаларына салуу менен чабуулга барууда. Биз буга чейин белгилеп өткөндөй эле ал бокс менен машыгып жүргөн. Демек дал ушул бутка туруу абалында анын узаткан соккулары көп катталары күтүлөт. Бирок 1.5 мүнөттөй убакыт артта калган учурда толугу менен Ринат Саякбаев беттешти өзү каалагандай көзөмөлдөп атаандашын жанына жолотпостон сапаттуу бир эрөөлдү алып барып жаткан кези. Эми Бактыоразов каршылаштын ачык калган зоналарын издөөгө аракетин кылат. Ал эми урматтуу мекендештер, КТРК Спорт телеканалынан эч кайда алыстабаңыздар. Себеби бүгүн Проценко Жээнбеков, Бекишев, Пазылов беттештерин дагы көрмөкчүбүз. Алар чемпиондук экендигин дагы кошумчалоочубуз керек. Эки жолку Ринат Саякбаевдин оң буту менен узаткан лоу киги же болбосо ушул тизенин капталына узаткан соккусу алда канча кооптуу болуп чыкты. Хайкик бул белден өйдө узатыла турган сокку бут менен, ал эми андан ылдыйкысы лоу кик деп эсептелинерин эсиңиздерге салып коюшубуз керек. Да, лоу кик — это тот удар, который наносится в область, видите, вот колена, вот в область бедра. Они очень болезненные, конечно же. Кстати, очень быстро так меняет свою стойку на левостороннюю. Здесь Ринат Саякбаев, нужно быть поосторожнее. Вот здесь, по-моему, попал. Попал Мурат Бактыоразов по нашему бойцу. Перед боями вчера на пресс-конференции они себя вели, конечно, крайне агрессивно. Готовы были друг друга просто растерзать. Сейчас все же как-то они более обдуманно проводят свои действия. Ну, понятное дело, здесь уже выступает спорт. Тут нужно быть чуточку хитрее, умнее и правильно разложить все карты. Видите, снова меняет стойку свою Ринат Саякбаев. Пытается запутать своего оппонента. Но оппонент он пока что держится молодцом. В первом бою тоже было некое доминирование нашего бойца, но потом уже снова вот опять же тейкдаун. Идет бой в партер. Здесь нужно, конечно, закрытый гард брать. Ну, здесь ничего такого, я думаю, не будет. Некий гард для... Помните, ревы есть такой именно захват, где именно лежачий полностью контролирует свой оппонент. Такого сейчас, конечно, не было, но тем не менее. Но сейчас положение закрытого гарда. Здесь я снова открываю этот гард. Ринат Саякбаев. Ну и в партере. Вот в предыдущем их бою в основном два раунда были в стойке, потом только в партере. Вот здесь уже сразу же с первых минут вот такую борьбу. Здесь треугольник. Пытается взять и, наверное, очень довольно плотно. Да, здесь рычаг локтя. Не смог взять Ринат Саякбаев, не смог до конца все-таки вывернуть руку оппонента. Хотя у него были шансы. Раунд номер один завершен.
что можно здесь сказать? Ну, пока не особо ясна тактика Саяхбаева. Во втором раунде, я думаю, все станет понятно, что из себя этот бой будет представлять. Пока ровно все. Может, есть некое доминирование Саяхбаевым. Бойцы в середину. Итак, раунд номер два, друзья. Ариет Бекишев против Мурата Бахтозарова. Уверен, что Бекишев... Ариет Бекишев сказал. Да, Ринат Саяхбаев, конечно же. Бекишев выйдет в главном бое вечера против Мурзамедина Пазылова. Здесь Ринат Саяхбаев. Уверен, что Саяхбаев вышел на этот бой исключительно ради того, чтобы взять реванш у Мурата Бахтозарова. Бонусовая категория до 71 килограмма. Здесь у нас проходит бой. Это из категории в этом промоушене. Один из лучших считается Саматов Саидо, который победил нашего Рената Саяхбаева на VF Pro Fight 13 Ahmad Evolution в феврале прошлого года. Нокаутом в первом же раунде одолел Саяхбаева и стал чемпионом. Ну, наверное, пояс будет возвращать Саяхбаев, по крайней мере, постарается это сделать Ренат. Но по-любому какой-то этап нужно пройти, там парочку боев выиграть, а потом уже снова вернуться к Саидо Самадову. Левая бровь, и сейчас левый глаз уже затекает у бойца из Казахстана, и он сразу же бой переводит в партер. Снова закрытый гард, здесь, конечно, ничего абсолютно нельзя придумать, поэтому пытается колено в грудь, но встает на ноги. Здесь Мурат Бахтозаров встает на ноги. Очередной проход. Ноги не уверены. Получится, если проходить в ноги, то нужно сразу же уверенно это делать. В стойке видно, себя не так уверенно чувствует Саяхбаев, потому что попытки у него прохода в ноги. Видите, у него такие явные движения для прохода в ноги, что весь Мурат Бахтозаров полностью понимает, в какой момент будет проход. То есть парочку ударов и резкий нырок. Опасно, конечно. Левый боковой хороший здесь. Но успевает поставить блок. Сейчас Мурат Бахтозаров медит, видно, именно в ту бровь. Хочет вызвать рассечение еще больше. Не увидел, вот не совсем хороший проход. Здесь правый боковой, а потом и хайкик левый есть. Неплохо, здесь удар в корпус. Пропускает сейчас за спину, но все же удается справить ситуацию Ринату Саяхбаеву. Корпус в область диафрагмы, а здесь хороший левый прямой. И еще один сквозь блок проводит Ринат Саяхбаев.
Хороший удар есть и проход в ноги в исполнении Мурата Бахтузарова. Да, хай-кики у него очень хорошие. За это, конечно, очки даются. Все пальцы сверх показывают. Сэхбаев. Почему бойцов поставили на ноги? Непонятно, но ладно. Ладно, Бахтузаров свою очку получил. Здесь левый боковой. Ники расчет на лаки панчи. Прекрасный лоу-кик. Во внутреннюю сторону бьет сейчас Ренат Сайхбаев. Потом серия ударов в исполнении Мурата Бахтазарова. Они не срабатывают у него. Успевает увернуться. Здесь времени все меньше остается во втором раунде. Прижимает к сетке оппонента своего. Ренат Сайхбаев. 5 секунд остается. Время истекает. Закончился второй раунд. Время раунда истекает. Ну, что у нас здесь? Есть тейкдаун в исполнении Бахтазарова. И очень много ударов Сайхбаева. Иногда, конечно, эти тейкдауны решают исход боя. С Амандой, ну не с Ушиченковой, тоже самое было. Равный бой, но в конце тейкдаун все решил. Пятого раунда. Поэтому Сайхбаеву нужно быть поосторожнее. Так, раунд последний сейчас будет. Напомним, что кроме чемпионских, все бои после раунда. Рейтинговые. Ну, об этом, наверное, лишний раз напомнить тоже нужно. Среди нас очень много любителей ММА, которые только-только начинают увлекаться данным видом спорта. Ренат Сайхбаев жана Мурат Бахтуразовтун ортосунда болуп жаткан рөлү уланат. Азырынча кайсы бир тарапка албетте жеңишти ыйгаруу мүмкүн эмес, бирок жогорку деңгээлде беттеште эки мушкер тең өткөрүп жаткан учур. Эң бир чечүүчү учурга биз жетип келдик. Азыр үчүнчү жыйынтыктоочу раунд, жана бул раундда кайсы мушкер мыкты боло турган болсо дал ошол мушкерге жеңиш тапшырылышы мүмкүн. Жана калыстын белгиси берилди. Мушкерлер бир аз чарчап чалыга түшкөндүгүн дагы көрүүгө болот. Алардын биринчи раунддагыдай ыкчам бир аракеттери азырынча жок. 10 мүнөттөн ашыгыраак убакыт артта калды. Ал аралыкта мушкерлер чын эле чарчап баштагандыгын көрүүдөбүз. Эми Бахтаразов дагы, Ренат Сайхбаев дагы бул раунд көп нерсени чечерин жакшы билет. Азыр сол кол менен сокку узатууга кыргыз мушкери жетише алган, бирок ал абалды деле өз учурунда туура байкап Мурат Бахтаразов мыкты коргонууга жол таба алды. Эгерде бүгүн дагы тең чыга турган болсо, анда биз үчүнчү реванштык беттешке ортоктош болушубуз мүмкүн. Мушкерлер VEF Global 9 мелдешинде беттеш алып барып, анда тең чыгуу болгондугун буга чейин белгилеп өткөнбүз. Андан кийин VEF Global 10 мелдешинде Ренат Сайхбаев башка мушкерге каршы беттеш алып барып, аны мөөнөтүнө мурда жеңип алууга дагы жетишкен. Абайлаш керек, мындай аракеттери Бахтаразовтуку абдан кубаттуу жана коркунучтуу экендигин биз бүгүнкү беттештен улам толук байкодубуз. Ал ортодо бутка кирүү абалы бар. Ренат Сайхбаев ушул абалды толук пайдаланыш керек болчу. Бирок Бахтаразов өз учурунда кыргыз мушкерине мүмкүнчүлүк берген жок. Октагондун
албетте, торчосунан кармаганга таптакыр мүмкүн эмес, кайсы гана мушкер болбосун. Мейли ал Казакстандык мушкер болсун, мейли ал Кыргызстандык мушкер болсун, айырмасы жок. Ал мезгилде дагы да болсо Казакстандык спортчу бир аз активдүү абалда турган учуру. Бирок мындай жерде эч кандай деле упай ыйгарылбайт, эки тарапка тең. Бирок беттешти көзөмөлдөө деген дагы өзүнчө бир бөлүк бар. Беттешти көзөмөлдөсө дагы ага сөзсүз түрдө упай берилет. Ал мезгилдерин Атсаяк Баев сол колу менен мыкты таамай соккуну узата алды. Эми ушундай чабуулдарды улантыш керек. Беттештин бүтөрүнө 2,5 мүнөттөй убакыт бар. Ал ортодо чарчап чалыга түшкөндүгүн Ринат Саякбаев атаандашына көрсөтпөшү керек болчу. Көрүнүп турат эми бир аз чарчай түшкөндүгү. Бирок бул нерсени көрсөтсө атаандашына дагы бир ишенимдүүлүктү тартуулап коюшу мүмкүн. Андыктан тек гана мына ушул бутка туруу абалында мыкты беттешти алып баруу Ринат Саякбаев үчүн өтө чоң мааниге ээ. Дагы да болсо Бактаразов абалды алыстан көзөмөлдөп мыкты беттешин алып баруу да жана түптүз эле бутка кирүү. Ушул жерден тейкдаун абалын иштеп таба турган болсо дагы уландуу түрдө кыргыз мушкерине мүмкүнчүлүк жаралмак. Азамат беттеште эми ушул жерде активдүү тейде улантыш керек. Азырынча кыргыз мушкери жок, бир аз чарчап чалыгып калгандыгын ушул жерде дагы көрүүгө болот. Ал мезгилде ортодогу калыс Мурат Бактаразовго эскертүү берүү да албетте казакстандык мушкер туура эмес коргонгондугун көрө алдык. Эми андан ары эрөөл уланат. Мындай коргонуулардан сак болуш керек Ринат Саякбаев эгерде анча тажрыйбалуу мушкерлерге каршы ушундай мүмкүнчүлүк түзө турган болсо алар аямак эмес. Бирок Бактаразов бүгүн же балким бул Ринат Саякбаевдин койгон тузагы болушу дагы толук ыктымал. Казак мушкери үчүнчү раундда алда канча жандуу эле көрүнүп, бирок анын бир дагы өзгөчө бир эсте кала турган чабуулу көзгө көрүнгөн жок. Дээрлик үчүнчү раунд марасына жетип барууда. Бир аздан соң бул беттештин дагы жеңүүчүсү бизге белгилүү болот. 30 секунда болгон, эч жака алаксыбай беттешти өткөрүшү керек Ринат Саякбаев. Кудум 93 жана андан жогорку салмак чемпирдигиндеги мушкерлер беттешип жаткандай көрүнөт. Ал мезгилде кайрадан бутка кирүү, бирок башын азыр Ринат Саякбаев бир жагына чыгарыш керек, болбосо албетте өзү үчүн ыңгайсыз абалды жаратып алышы дагы мүмкүн. Эрөөл жыйынтыкталды. Азырынча кайсы бир мушкердин азыр эми бир аздан соң биз бул эки мушкердин кимиси жеңишке жетишкендигин билүү мүмкүн болот. Равшан, гость из Азербайджана. Бактаразовтун оң көзүнөн бир аз сокку өткөрүп алгандыгы көрүнүп турат. Жалпылап алып караганда баары тең жайында деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Эми бир аздан соң кызыл же көк желекчен мушкер жеңүүчү аталат. Биз албетте өзүбүздүн мушкерибиздин жеңишин күтүп калабыз жана ал жеңишке жетти деген ишенимдебиз. Об этом бою. Назыр решением боковых судей. Калыстардын чыгарганы менен
победу одержал Саякбаев! О, Ринат Саякбаев был беттеште 2-0 эсебинде жеңишке жетишип, эми кызыл тууну желбиретип жаткан учуру ал, эми анын атаандашы Мурат Бактуразов калыстардын чыгарган чечими менен нааразы. Ал таза жеңишке жетиш үчүн сөзсүз түрдө мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетиш керек болчу же өтө бир мыкты соккуларды узатышы керек эле. Эми абал дээрлик бирдей жөнөкөй көз менен айырмалап кароо мүмкүн эмес кимисинин жеңишке жетишкенин. Мындай абалда анын жеңилүүсүнө нааразы болуп жаткандыгы кайсы бир деңгээлде албетте жакшы көрүнүш эмес.